Джаз. Меня зовут Виктор Дзиевский, и это второй выпуск рубрики «Jazz Faces», которая посвящена легендам джаза и блюза, а также всем выдающимся музыкантам, которые оставили свой большой след в искусстве. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одном из самых культовых и одновременно противоречивых и загадочных фигур в истории джаза. Речь пойдет о пианисте и композиторе, кумире многих-многих джазменов Телониусе Сфире Монке. Родившийся в 1917 году, Монк – один из основателей стиля бибоп. Отец минимализма в джазе, лауреат Грэмми и Пулитцеровской премии. Один из самых двинутых гениев в истории музыки. С юных лет употребляющий волшебные грибы, ЛСД и прочие удивительные вещества, большая часть гениальных произведений Монка, которые сегодня входят в Great American Songbook и считаются стандартами, были написаны им, пока сам Телониус находился в сказочном мире и тихо ловил глюки. Монка, он никогда не учился нотной грамоте. Не слыхивал он ни о каких Бахах, Моцартах или Шопенах, а классикой называл американских музыкантов конца 19 века, вроде Скотта Джоплина. Несуразный и нелюдимый социофоб Телониус постоянно оказывался в самых смешных и странных ситуациях, рассказывать о которых можно просто бесконечно. Вспомнить, например, как он послал нахрен президента США Линдона Джонсона, сорвав свой концерт в Белом доме непосредственно в день выступления. За Монком приехал президентский кортеж, он долго не открывал дверь дома, откуда, как описывают очевидцы, валил дым и просто за километр несло марихуаной, а потом вышел на порог, как ни в чем не бывало, в тапочках, халате и с косяком. И когда его спросили, готов ли он ехать в Белый дом, Монк сказал, чтобы демократы шли к черту, и хлопнул дверью. Еще как-то раз, за пару часов до начала концерта в Детройте, он внезапно всех ошарашил, отказавшись играть, если в зале не будет его жены Нелли. Девушку вытащили из квартиры в Нью-Йорке, в ночнушке, из бигуди, посадили в самолет и привезли в клуб. Спустя несколько часов ожидания перед публикой наконец-то возник сам Телониус Монк и с самым невинным выражением лица положил руки за фортепиано. Монк прожил всю свою жизнь на Манхэттене в Нью-Йорке. Профессионального музыкального образования никогда не получал, предпочитая учиться на своих ошибках и записях таких пианистов, как Дюк Эллингтон и Джеймс Джонсон. Телониус был одной из главных фигур бибоп-движения, которое возникло в нью-йоркском клубе Milton's Playhouse в начале 1940-х годов. Вместе с Чарли Крисчаном, Чарли Паркером, Дизи Гелеспи, Бадом Пауэллом и Кенни Кларком он фактически был одним из тех, кто создал язык модерн джаза в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Поначалу Телониус не снискал широкой популярности, а его оригинальную манеру игры, которая шла вразрез с общепринятыми представлениями, вплоть до середины 1950-х считали дилетантской. И все же никто в те годы так и не смог спародировать его, в отличие, например, от того же Чарли Паркера. Произведения, написанные им в 1940-х и начале 1950-х, например, «Round Midnight», «Ruby My Dear», «Well You Needn't», «I Mean You», стали джазовыми стандартами, одними из самых культовых.
Первые свои записи Телониус сделал в 1944 году с саксофонистом Колманом Хокинсом, а после началось его сотрудничество с известной звукозаписывающей компанией Blue Note Records. Но оно продлилось не так долго, и вскоре те разорвали контракт с Монком в связи с обвинениями полиции в хранении и употреблении наркотиков. Нужно сказать, что наркотики оказывали на Монка несколько иной эффект, чем на большинство музыкантов. Большинство музыкантов они раскрепощали, а вот Телониус, напротив, с ними становился еще более странным, молчаливым и замкнутым. Его много раз арестовывали и отбирали кабаре лицензию, то есть, по сути, лишали единственного источника дохода. В таких случаях на помощь к Монку приходили друзья, а иногда и поклонницы. Так, например, богатая и влиятельная баронесса Панонико из рода Ротшильдов, когда их с Телониусом поймали с наркотиками в машине, взяла на себя вину за хранение, чтобы Монка, само собой, не лишили лицензии. Нужно уточнить, что эта кабаре-лицензия давала разрешение на выступление в питейных заведениях. Но даже лишенный ее, Телониус продолжал выступать в театрах и на других сценах. Хотя, по большому счету, ему, конечно же, было не сладко. В 1963 году Монка благодаря читателям включили в зал джазовой славы журнала «Даунбит», хотя отношение тогдашних музыкальных критиков к нему было самое прохладное. Лучшими альбомами были выбраны «Genius of Modern Music» 1947 года, «Brilliant Colors» 57-го, «Monk's Dream» 62-го года, «Solo Monk» 64-го и альбом «Underground» 1967-го. Его последний концерт состоялся в 1976 году, и сразу после него Монк до минимума сократил свои контакты с внешним миром и поселился в доме Панонике. С ней он прожил до своей смерти в 1982 году. По мнению большинства поклонников его музыки, самой нежной композицией, написанной Монком когда-либо, является именно Панонико, которую он посвятил баронессе Ротшильд. Об истории взаимоотношений внучкой Панонике снят документальный фильм под названием «Баронесса джаза». Посмотрите при случае, это действительно очень хорошая картина, и из нее можно много узнать и о джазе, и о джазовых музыкантах, и о самой баронессе Панонике. Как я уже сказал, посмертно Телониус получил Грэмми и Пулитцеровскую премию. В 1986 году был основан Институт джаза имени Телониуса Монка. Крупная некоммерческая образовательная организация, призванная дать возможность молодым джазовым музыкантам со всего мира учиться у признанных мастеров. Как водится, колоссальный вклад Монка в музыку смогли оценить лишь после его смерти. В тот момент, когда такие титаны джаза, как Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи, стремились к виртуозности, все больше ускоряя свои импровизации, Монк добился почти того же эффекта благодаря минимализму и своему экстраординарному, особому видению музыки. Его наследие для всех последующих поколений музыкантов, не только джазовых, невозможно переоценить, потому что фактически Монк — это отдельная музыкальная вселенная со своей уникальной философией. Я бы назвал это эдаким дзен-монкизмом или дзен-монкинизмом. Телониус Монк значительно опередил свое время, поэтому навсегда останется в истории музыки одной из самых важных фигур, одним из самых известных и важных пианистов и композиторов в истории джаза. Что же, спасибо вам за просмотр, оцените это видео и подписывайтесь на канал VR Jazz Agency. Видео несколько радикально и не совсем рассчитано для филармонических залов, больше для диванного просмотра на Ютубе. Тем не менее, я рискнул, оно было не слишком нормально, точно? Ладно, хорошо. Я думаю, что рассказ про Телониуса Монка получился исчерпывающим. Тем не менее, в один из моментов я копался в интернете и наткнулся на очень интересную статью, посвященную ему. И мне безумно понравился ход мысли автора и вообще его стиль описания. Я хотел бы зачитать вам небольшой отрывок. Телониус Фир Монк — это, пожалуй, одна из самых значительных и одновременно загадочных фигур модерн-джаза.
Огромный чернобородый музыкант, похожий на неповоротливого медведя, а еще больше на Будду, писал перекошенные, изломанно неуклюжие пьесы, которые многих приводили в ужас и смятение. Феноменально нелюдимый, замкнутый, Монк с крайней неохотой открывал рот, а если и говорил, то, как правило, что-то невнятное. Иногда, поясняя свою мысль, композитор подчеркивал, что черное — это белое, а два — это один, в чем, конечно же, при желании можно усмотреть элементы бытового дзен-буддизма. Но совсем не по-буддистски Монк считал, что нормальное состояние человека — это сон. Искренне сожалел, что ему не удается спать во время игры на фортепиано. Сам композитор постоянно уверял, что тому, у кого есть природный дар, никакое образование не нужно. А свою музыку он просто извлекает из головы. О европейской классике никакого понятия не имеет. А сын композитора, однако, напрягся и вспомнил, что в детстве видел в комнате отца две огромные, больше метра высотой стопки тоненьких книг, похожих на журналы, со странными надписями на корешках. Брамс, Лист, Бах, Барток. Монк был принципиальным примитивистом и врагом виртуозности. Всю жизнь он хранил верность навсегда избранному им стилю, который обладал множеством прорех и скачков. Этот стиль можно было назвать телеграфно-шизофреническим. Монк сильно переживал, видя, как другие добиваются популярности, эксплуатируя в том числе и его собственные идеи. В истории джаза Телониус Монк вошел не только как самый оригинальный композитор, но и один из отцов-основателей новой музыки, получивший странное название «бибоп», а также первый авангардист от джаза. Музыканты исполнят для вас его композицию, которая была написана в 1948 году и называется «Evidence» или «Доказательство». Виталий Эпов, Роман Плотников, Родион Гобаров, Дмитрий Моспан.
Вы обратили внимание, насколько изменился язык фразировки, язык исполнения? В первом отделении играли много Чарли Паркера и Дизи Гиллеспи. Это была высокоскоростная, такая хлесткая музыка, безумно быстрая. И здесь музыканты постарались передать атмосферу и стиль игры именно Телониуса Монка, который был, наоборот, очень минималистичен. Получилось заметить? Отлично, ну все. Значит, все было не зря. Хорошо. В следующий раз приедет Игорь Михайлович Бутман, а вы будете ему кричать: а это бибоп, а это там, а это вы Монка сыграли. Точно удивится. Как жанр с течением времени бибоп реформировался и менялся. И следующей вехой его развития можно назвать жанр, который возник в середине 50-х годов и получил название хард-боп или тяжелый бибоп. И его отцами-основателями были великий барабанщик Арт Блейки и его группа Jazz Messengers, также Клиффорд Браун, Макс Роуч, Сонни Роллинс и многие другие музыканты. И язык импровизации и фразировка в очередной раз достаточно сильно изменились. И в хардбопе, в отличие от бибопа, появилось больше ритмического разнообразия за счет как раз использования элементов афрокубинской музыки. Также случился поворот, можно сказать, возвращение к блюзу. И музыканты стали использовать, например, очень часто тот же шаффл, который в бибопе до этого не использовался. При всем при этом темп исполнения стал не таким быстрым, каким он был в бибопе. И можно сказать, что хардбоп, вот бибоп — это был человек с нормальным весом, вот хардбоп, он стал вот таким немножко тяжелым. То есть изменился стиль аккомпанемента, он стал более плотный. В общем, произошел целый ряд серьезных изменений, которые можно при желании услышать. И музыканты исполнят для вас композицию Сонни Роллинса, написанную в 57 году, которая называется «Докси». Баллад не предполагается, Дим. Да ты что? Я забыл. Ой-ой-ой. Сначала мы исполним для вас другую композицию, написанную в 44-м году Телониусом Монком, которая называется «Round Midnight». Это один из самых известных джазовых стандартов. И уже потом мы исполним для вас композицию «Докси». Две подряд.
We'll be right back.
Докси, Соня Роллинса в исполнении квартета Дмитрия Моспана. Одна из главных композиций направления хард-боп. Тем не менее, бибоп, классический бибоп, продолжал эволюционировать. В нем появлялось много различных поднаправлений. И в конце 50-х годов в джазовой музыке происходят еще две таких больших революций именно вот в боб-движении. И первое происходит благодаря усилиям таких музыкантов, как Майлз Дэвис, Джон Колтрейн и Билл Эванс. Они создали направление, которое в джазовой музыке получило название «модальный джаз» или «ладовый джаз». Объяснить, что это такое, простыми словами, крайне затруднительно. Это на самом деле очень-очень сложно. Если сказать кратко, то это заимствование элементов фольклорной музыки, разной этнической музыки Индии, Ближнего Востока, внутри джазовых пьес. На самом деле все значительно сложнее. Это модуляция из одного лада в другой лад, но это очень тяжело рассказать, объяснить. Это была первая очень важная революция, и культовый альбом 59-го года «Kind of Blue» Майлза Дэвиса является таким заглавным в этом направлении. И второй революцией стало появление в джазовой музыке авангардного направления, которое называется «free jazz» или «свободный джаз». Это зачастую атональная музыка, которая отрицает привычные догмы и привычные представления искусства об эстетике. То есть попытка разрушить, ну вот как, может быть, в академической музыке вы знаете Нововенцев, Шонберга и такого ряда композиторов. В общем, в джазовой музыке в конце 50-х, в середине 50-х произошло что-то очень похожее. И из смеси этих различных направлений, я имею в виду модального джаза, фри-джаза и классического бибопа, в начале 60-х годов, музыковеды называют, точнее, вот этот период начала 60-х годов, и вот смесь вот этих вот направлений, периодом пост-бопа. Пост-бопа. И в некотором смысле это является такой верхней точкой, последней такой заключительной точкой эволюции именно бибоп-музыки. И Дмитрий Моспан сыграет для вас композицию, его любимую композицию, которая принадлежит перу великого, потрясающего новатора, композитора, саксофониста Джона Колтрейна. Она называется «Сателлит». И я очень хочу, чтобы Дмитрий Моспан о ней что-нибудь рассказал. Большое спасибо. Виктор Радзиевский. Поаплодируйте, пожалуйста. Буквально пару слов хотел сказать. Мы сейчас начнем играть композицию того же самого великого Чарли Паркера. Она называется «Орнитология», «Орнитологи». Но дело в том, что вот как сейчас буквально передо мной оратор рассказывал, да, предыдущий. Бибоп трансформировался в постбоп. Вот. И посредством именно усложнения, да, то есть, ну, возьмем, допустим, более простую форму. И мы сейчас начнем с нее. Орнитологию. И потом вы услышите, что там уже будет добавлена цепочка, дополнительная цепочка последовательности аккордов. Который, да, собственно, предложил Джон Колтрейн для вот импровизации вот на эту форму. Вот. Родион, добавь, пожалуйста. Причем, если мне не изменяет память, Колтрейн позаимствовал это у нашего соотечественника Николая Слонимского, который выпустил такой научный труд. Он, я о нем читал, он вообще был энциклопедистом. Он выпустил очень много различных интересных книг. И одна из них — это «Thesaurus of...» «Тезаурус мелодических фраз и различных паттернов».
Вот. Эту книгу изучали все джазмены, вот, особенно когда начался джазовый ладовый джаз. Вот. Еще хочется сказать, что бибоп не возник на пустом месте. И вот эти темы, которые мы играли, многие... Это хорошая традиция, ее даже сейчас ввели в обучение музыкантов. То есть пишутся темы на гармонию известных пьес. То есть «Дона Ли» была написана на гармонию стандарта «Индиана». Вот. И «Хот Хаус» был написан на гармонию пьесы Кола Портера «What a Thing Called Love». То есть песни, они были из раннего джаза, но они были наполнены новой музыкой, то есть старые песни, вот старой гармонии, были наполнены новой музыкой. И Колтрейн сделал еще один шаг. То есть сначала был джазовый стандарт «How High the Moon», как «Высока луна», он вокальный, его поют Элла Фицджеральд и так далее. Вот. Паркер на нее написал, на гармонии этой пьесы написал тему «Орнитологи». Вот, она стала использоваться, все ее играли. И следующий шаг сделал Джон Колтрейн. Он вот изучал музыку, он думал, что делать дальше, потому что это всех достало. Потому что есть такой термин «клишированность бопа». То есть в один момент музыканты все-таки зашли в тупик, потому что эти фразы, они из-за того, что темп быстрый, фразы должны быть заученные. Им это все надоело, потому что они начали искать новые пути. Фразы были заучены, они все равно повторяются, хоть ты их знаешь миллион, они комбинируются туда-сюда, и музыканты думали, что же им сделать. Вот и Колтрейн предложил вот новую последовательность, и, кстати, был анекдотический случай. Он позвал пианиста Тоби Фленнегана на запись. Гигантские, у него есть другая еще пьеса «Гигантские шаги». И музыканты того времени не были готовы к этим гармониям. И он ему сказал, вот я там тебе написал, ну, гармонию. И он не знал, что, Томми Фленнеган не знал, что это будет в таком быстром темпе. Поэтому он сыграл как смог. Ну, на записи это слышно, что Колтрейн играет очень, очень хорошо, потому что он готовился, он это сочинил. А пианист и музыканты, некоторые музыканты, ну, можно их даже назвать староверами, некоторые его современники, они говорят, да, это все упражнение, вот эта вся музыка, это упражнение. Ну, лично я так не могу думать, потому что я родился гораздо позже, это уже вся музыка усвоена последующими поколениями и доставляет... А, еще, это от себя хочу от себя добавить. Ну, может, вы пронаблюдали. Телониус Монк родился в 17... Это я говорил на своем концерте. Телониус Монк родился в 17 году. Но он до сих пор заряжает позитивом, и просто вот вы можете проследить вот второе отделение нашего концерта. Телониус Монк, он все, он просто как, он как кнопку нажали, и все. Это гениальный пианист. Да. Телониус Монк, он не был виртуозом. Он, кстати, тоже не стоит на пустом месте. Он считается наследником Дюка Эллингтона, который тоже не был виртуозом. Причем Дюк Эллингтон так не считал. Да, да, да. А Телониус Монк и... А еще есть такой факт, что Чарли Паркер мечтал играть как правая рука Арта Тейтума. То есть это был еще более ранний пианист, виртуоз, который так круто играл, что ну, им заслушивались. То есть это джаз, он такой взаимосвязанный, это можно очень много копать. И то есть получается такое дерево. Сначала вот джазовый стандарт был «How High the Moon», потом «Орнитология» Паркера, Боппера написали, и Колтрейн сделал следующий шаг, написал «Сателлит». Спасибо большое. Родион Гоборов. Поаплодируйте, пожалуйста, предыдущему оратору. Вот. И Виктор Радзиевский еще раз. Да, я хотел напомнить это, то, что мы играем все-таки сначала «Орнитологи», а потом «Сателлит». Возможно, и так. Вот. Но хотелось еще уточнить этот такой факт, что «Сателлит» был записан в 60-м году, и именно вот название этой композиции, которую дал Джон Колтрейн, вот,
послужило именно вот его вдохновение о том, что все-таки русские запустили спутник. Вот. Воистину, правда. Джон Колтрейн вдохновился тем, что в 60-м году в СССР запустили первый спутник. Композиция «Сателлайт» переводится как «спутник». И он был вдохновлен именно этим. Квартет Дмитрия Мосьпана для вас исполнит последовательность аккордов. Сначала композиции «How High the Moon», после этого композиции «Ornithology» Чарли Паркера, и перейдет к композиции «Сателлит» Джона Колтрейна, тем самым покажет эволюцию гармонии. Это будет крайне занимательно. Thank you.
На самом деле для вас прозвучало целых 4 композиции в одной. «How High the Moon», «Орнитология», «Орнитология», «Сателлит» и еще под конец «Impressions» Джона Колтрейна. А в официальной части концерта у нас все. Тем не менее, мне бы хотелось поставить жирную точку в эволюции бибопа. И я был бы 1000 раз неправ, если бы я этого не сделал. Попросив Дмитрия Мосьпана сыграть его собственную авторскую композицию.
как раз в стиле бибопа и в стиле его эволюционных направлений. И композиция называется «Coincidence» или «Совпадение». У нас все. Большое спасибо, что были с нами. В этом концерте было много спонтанности, хаотичности, и это то, что я очень люблю. 24 февраля состоится последний заключительный концерт цикла «Этики джаза» здесь. И я буду рассказывать про такое направление, потрясающее, можно сказать, обратную сторону бибопа, такую более академическую сторону бибопа, под названием «Cool Jazz». Будет много музыки Дэйва Брубика, Чета Бейкера, Билла Эванса, Майлза Дэвиса и многих других. Обязательно приходите. И Виталий Эпов играл для вас на барабанах. Совершенно шикарно. Роман Плотников, наш демиург в сегодняшней сцене. Родион Гобаров. Дмитрий Мосьман. Ну что ж, узнаем, что же это за последствия.
Виталий Эпов. Роман Плотников. Родион Гобаров. Дмитрий Моспан.